Пензенские активисты уже передали в перинатальный центр полезные подарки для новорожденных, которые появились на свет раньше срока. Вязаные изделия смастерили в рамках акции «28 петелек». Интересно, что именно такое количество необходимо набрать, например, для носочков младенцу. Изготовить символичные игрушки и вещи по инициативе врачей и неонатологов было решено еще в конце прошлого года, в преддверии Всемирного дня недоношенных детей. Его отмечают 17 ноября. Эти осьминожки, эти наборы, шапочки, носочки, пледики, это все связано руками наших мастериц из Шамышейского района, из города Пензы. И мы очень надеемся, что вот то тепло сердечное, которое вот мастерицы при изготовлении вкладывали, действительно, наши малыши, это им придет на помощь. Что касается осьминожек, мы их подкладываем маленьким детям для того, чтобы они имели возможность ручками перебирать эти щупальца, которые сами по себе значительно имитируют материнскую пуповину. Плюс идет, опять же, новые импульсы, новое сенсорное воздействие от рецепторов кисти пальчиков, которые тоже являются импульсами для развития центральной нервной системы.